Здравствуйте, дамы и господа! Мы в Италии, в городе Бибионе, на Вилладжо Майя. Это 30 таунхаусов с отоплением и частным садом. Ухоженный бассейн для взрослых. И рядом маленький бассейн для детей. Мы в частном саду. Это его угловая сторона. А в этой части находится беседка со столом и стульями, где можно обедать на свежем воздухе. Смотрите, как тихо и в какой красоте можно завтракать, обедать и ужинать тут, с видом на сад и бассейн. Мы в Бибионе. La camisa negra, como no me interesa. Yo que ya me supo gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde tú no llegas, ni siquiera nuestra señora. Вот мы на первом этаже. Здесь видим гостиную. Все комнаты оснащены кондиционером. Телевизор со спутниковой антенной и выход во двор, где есть барбекю. Большая кухня с выходом на террасу. Ванная комната с душевой кабиной. Большая красивая двуспальная комната с террасой и видом на бассейн. Вторая спальня с односпальной кроватью и выходом на балкон. Третья комната с двумя односпальными кроватями и выходом на балкон. Ванная комната с душевой кабиной. Двойной длинный гараж. В нем поместятся 3 машины. За этой дверью лестница, ведущая наверх в гостиную. Everybody go surf.